Я знаю, что мне повезет. И здорово, что в это самое время, каждый будний день, вы включаете телеканал «Самара ГИС» и думаете, что вам повезет. Ведь действительно, ну не сказать, что прям супер мечты сбываются, но маленькие радости мы здесь вам обязательно организовываем каждый день. Что нужно для того, чтобы стать немножечко счастливее, немножечко, может быть, радостнее и провести, к примеру, незабываемые выходные или сходить куда-нибудь проветриться, что-то интересное посмотреть и даже, может быть, попробовать на вкус. И такие сертификаты у нас разыгрываются. Заходите в нашу группу телеканала «Самара ГИС». Адрес вы видите на экране. Отмечайтесь там, обязательно делайте репост себе на стену и оставляйте комментарий к нашим записям. Только не забывайте, что бывает так, когда секундочку обновляется, комментарий повторяется. В общем, обязательно за этим следите, чтобы не было никаких недоразумений. Ну и традиционно здесь у нас сегодня присутствует человек, который будет сегодня вот так вот замечательно вершить судьбы ваши, дорогие друзья. Это наша победительница. Зовут ее Марина. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Марина, ну расскажите, что как бы вас подвигло вот так вот принять участие сегодня у нас в эфире? И вообще, как давно вы, может быть, в чем-то участвуете и как вам везет по жизни? Рассказывайте. Да вообще, я интересна, наверное, по жизни. Участвую во всех творческих проектах. Ну, наверное, ваш проект не исключение. Конечно, хотелось попасть в прямой эфир. Я знаю, что мне повезет. Я мечтаю, и мечты сбываются. Расскажите немножко о себе. Ну, а вообще я преподаватель в университете. Университет телекоммуникации и информатики. Ну, всем своим студентам, конечно, привет и преподавателям, моим коллегам. Вот. А вообще я творческий человек. Я делаю красивые фатиновые юбочки, и многие меня знают как фатиновую фею. Поэтому вот... То есть я не ошиблась, назвав вас феей? Нет, не ошиблась, действительно. Вот так вот, друзья. И, кстати, эта самая фея, Марина, выиграла у нас на днях сертификат в кофейне на 1000 рублей. Так что, когда я говорила про тех людей, кто будет баловать себя чем-то сладеньким и вкусненьким, я вот как раз-таки Марину имела в виду. Марина, ну, вручаю вам сертификат, держите, он ваш по праву. Ну, а прямо сейчас, спасибо, друзья, я напоминаю, что мы разыгрываем сегодня. Марина, мешайте мешочек наш, там 90 бочонков, у нас принцип лото. И первый наш победитель... Победитель отправляется на премьеру спектакля по пьесе Александра Островского «Правда хорошо, а счастье лучше». Театр «Самарская площадь». Вот сейчас я держу его в руках. Так. Марина, ну что, давайте счастливый номер достаем. Так, 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 так. Номер 28. Номер 28. Вы отправляетесь у нас, ну, замечательный спектакль смотреть. Еще есть у нас пригласительный билет в кино. Давайте, дерзайте. Может быть, сейчас кому-то повезет, и выходные проведете в кинотеатре. Номер 50. Номер 50. Ну вот, так быстро и абсолютно безболезненно мы и честно, не подкопаться, как говорится. Все, Марина, посмотрите. Все под контролем. Все честно ли? Все честно, да, честно, никаких, да, двойных у нас там мешочков нет, никого мы не подговариваем. Действительно, все так и есть. Марин, ну, у вас сейчас остается буквально некоторое количество времени, чтобы передать еще кому-нибудь привет и сказать, что вам везет и кому-то повезет. Конечно, я хотела передать привет, да, своим, ну, своей семье, своему мужу, моим очаровательным девочкам. Вот. Ну и, конечно, пойдем в кофейню. Мы любим кофе. Ну, а девочки пироженки, конечно. Спасибо за сертификат. Спасибо, что вы пришли, друзья. Дерзайте, вступайте в нашу группу. Сейчас там как раз-таки появилось объявление о очередном розыгрыше. И я знаю, что вам повезет. До встречи.